60-летняя Лариса Гузеева обругала жителей столицы, которые не соблюдают самоизоляцию и гуляют вместе с детьми. Звезда утверждает, что стремится взывать к сознательности людей. В Москве объявлен карантин из-за эпидемии коронавируса. Многие граждане халатно отнеслись к пандемии. Они продолжают гулять в парках и выводить детей на детские площадки, которые огородили специальными лентами. Ларису Гузееву приводит в ужас безответственность людей. Ведущая шоу «Давай поженимся» сфотографировала ребят, которые играли на площадке под ее окном. Вид из моего окна. Кто-то еще будет меня воспитывать. Рассказывать, как им тяжело сидеть дома. Что еще нужно сделать, чтобы доказать дебилам, дети, разносчики заразы. Ленту сорвали, развлекаются, возмутилась Гузеева в Инстаграм. Артистка добавила, что отключила комментарии к своему посту и удаляет все сообщения в директе. Ларисе надоело объяснять москвичам, насколько важно соблюдать карантин и отвечать на едкие комментарии пользователей, которые не понимают всей серьезности ситуации. Ранее телеведущая вышла из себя после того, как увидела в центре Москвы толпы гуляющих людей. Лариса ехала на автомобиле на работу и даже окно боялась открыть. Ее возмутило, что люди так безрассудно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. Артистка обматерила москвичей и призналась, что просто в бешенстве от такого их поведения. Телеведущая покинула шоу «Давай поженимся» из-за сеанса магии невесты. Гузеева резко ответила на троллинг Гарика Харламова.